Добрый день. Заказывал окна у Алексея в Альбатросе. Много проработал фирм, и московские окна, и прочие другие. По цене получилось самое лучшее. Понравилось то, что по оплатам можно договариваться очень слаженно. Окна приходят чистенькие, в пленочке, стекло не заляпанное. Все хорошее. Конечно, вот так как стройка уже полным ходом, ремонт, уже подзапылились, на это вот внимание можно не обращать. Ну, окнами доволен, стекло. Стеклопакеты, по-моему, сберегающие, типа Солара. Очень нравится. Летом ощущение, как будто слегка включен кондиционер, потому что стекло действительно останавливает. То есть при большой даже солнечности, вот когда вот солнце светит, вот на него навожу, не очень хорошо передает в помещение, нету засвета. Пленку еще не снимали. Ну вот.